Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анастасия Юргенсон. Вы находитесь в исторической гостиной моего прапрадеда Петра Ивановича Юргенсона, который вот в полный фотографический рост стоит перед вами. Вот это портрет масляный, прижизненный, последний, написанный его дочерью Александрой Снегирёвой Юргенсон. Она была художницей, училась и общалась, как мы с вами вот сейчас общаемся, с Снегирём. Был известный офтальмолог такой Боткин, с Врубелем, с Васнецовым, в такой вот плеяде художников. А Петр Иванович общался с Петровичем Чайковским, который был тогда никому неизвестный молодой композитор, только приехавший в Москву как преподаватель будущей консерватории. Познакомились они в гостях у Николая Григорьевича Рубинштейна. Это основатель Московской консерватории. В этом году, между прочим, юбилей Московской консерватории, ты знаешь? Ей 150 лет исполняется в этом году. А Петру Ивановичу 180, 18 июля исполнится. А его издательству 155. А тогда все только начиналось, они были молодыми людьми, им было по 20 с небольшим лет. Чайковскому на 4 года младше, да? Чайковскому на 4 года был младше Петра Ивановича. Вот. Николай Григорьевич постарше. Николай Григорьевич Рубинштейн был настолько в Москве популярным музыкантом, что ему даже городовые чести отдавали, когда он в карете проезжал. Он собирал полный зал манежа, 10 тысяч человек, можете себе представить. Манеж все знают, да. Вот, и музыка, это золотой век музыки тогда был, она царила в Москве, все ожидали новых каких-то событий музыкальных. Но, сами понимаете, отмена крепостного права вот-вот произошла только что в 1861 году. Новая волна, совершенно новые веяния пошли от этого, безусловно, в искусстве. И вот так Петр Иванович попал в этот дом, благодаря Московскому отделению Императорского музыкального общества, потому что именно они этот дом купили изначально. А он уже вместе с ними сюда приехал и начал свое издательское дело. Свои уже какие-то первые печатные станки он здесь поставил. Но вдруг консерватория, будущее музыкальное общество, сначала было музыкальное общество, потом консерватория, находит свое новое здание, новый дом, который вы все знаете, потому что этот дом старинный, и здесь нельзя было рушить своды и делать большие пространства для симфонических концертов. Вы видите, это же палаты, да, палаты 17 века, и тогда государство очень трепетно относилось к таким домам, несмотря на то, что потом Петр Иванович выкупил даже в собственности этот дом, все равно государство очень строго смотрело за тем, чтобы в доме был порядок, чтобы все было как соответствует архитектурным требованиям, чтобы ни в коем случае не испортили внешний, внутренний облик палат. И поэтому Петру Ивановичу, который здесь уже обосновался со своим издательством, ничего не оставалось, как купить этот дом у музыкального общества. Так он и поступил в 1775 году, он выкупил этот дом музыкального общества за 129 тысяч рублей, это безумные деньги, дом огромный, композиторы, которые и выпускались из консерватории, и те композиторы, которые уже были тогда популярны, печатать свою музыку. Ну, а напечатал он только русских композиторов более 500, не говоря уже о зарубежной классике, полных собраний сочинений, Мендельсона, Бартольди, он с него начал. Таким образом, он популяризировал известную классическую зарубежную музыку здесь, в России. А, соответственно, за границей получали музыку нашу, российскую. Таким образом, ведь раньше не было магнитофонов, не было CD-дисков, не было даже радио и телефонов. И ноты — это был единственный источник передачи музыки. То есть только взять ноты, поставить их либо к роялю, либо на пипетр для других инструментов. Можно было услышать музыку, которую написали на другом конце земного шара. Можете себе представить? В Америке написали, как услышать в Москве, только по нотам.
И поэтому издательство Йоргенсон было очень обширным. И начиная с камерных маленьких ручных станков, Йоргенсон расширился до всемирной известности. Так что даже оптовые склады были его в Америке, которые очень далеко, так как на кораблях можно было туда добраться, в Аргентине и даже в Каире, в Египте, были оптовые склады, не считая столицы музыкальной и печатной индустрии Лейпцига. Парижа, Лондона, везде были представительства и склады оптовые, музыкальные магазины. А сейчас в гостиной Йоргенсон с 1998 года возобновилась жизнь. То есть после революции, когда всех отсюда изгнали, долгое время здесь семья Йоргенсона не находилась, не жила, как и все, в общем-то. Да, кого национализировали и, попросту говоря, бандитским образом выгнали, украли. Но в 98 году мы сюда вернулись, и здесь по-прежнему проходят концерты и молодых композиторов, и современных музыкантов, и, конечно, классической музыки, в первую очередь, Петра Ильича Чайковского, который был, между прочим, крестным отцом сына Петра Ивановича Йоргенсона. Он очень любил, между прочим, детей. Все, наверное, знают, что он написал детский альбом совершенно замечательный. Да? Вот. И он играл, в том числе и с детьми Петра Ивановича Йоргенсона. И Саша Йоргенсон, вот та самая, которая написала все эти портреты, она даже сохранила воспоминания о том, как Чайковский был здесь в гостях. Но это долго можно всем рассказывать. Мы даже целую пьесу написали, которая вот-вот выйдет. Пьесу-сказку про то, как Чайковский был отдан Йоргенсону. Если вы к нам на концерт, то проходите и садитесь. Вон там, по-моему, я вижу другое место. Сегодня у нас такой удивительный фестиваль, концерт. Не как-нибудь, а юных композиторов. Потому что это на самом деле большое событие, не в каждой музыкальной школе есть такой предмет, композиция. Потому что эта профессия всем кажется очень такая возрастная, что композитор это такой взрослый, зрелый человек, все думают. И не каждый музыкант может написать музыку. Очень многие так думают, даже в консерватории так думают. И поэтому у нас сегодня такое удивительное событие, для меня очень интересное, что же такое юные композиторы. И поэтому я вот приглашаю Татьяну Шатковскую-Айзенберг, которая этот концерт нам представит в рамках фестиваля молодых и юных композиторов, который поддерживает Министерство культуры, и будет очень внимательно смотреть потом, что мы им будем рассказывать о самых выдающихся композиторах, юных и молодых. Спасибо большое. Спасибо большое, Анастасия. Спасибо, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы тоже очень рады, что у нас есть возможность поучаствовать в таком прекрасном фестивале именно юных и молодых композиторов. И я с радостью представляю вам моих учеников. Занимаемся мы по системе Григория Ивановича Шатковского. Это мой отец, мой папа, который основал свою систему развития музыкального слуха и развития творческих способностей детей. И мы вот на мой папу, в частности, на протяжении многолетней практики, он убедился в том, что сочинять и импровизировать, то есть свободно владеть музыкальным языком, так же, как любым другим, китайским, русским, английским, может любой человек, даже не любой музыкант, а любой человек. Но нужно знать к этому подход, ключ и особую выстроенную систему, да? Вот, и сегодня как раз мы постараемся продемонстрировать результаты от совсем юных музыкантов, от Саши, который откроет наш концерт, ему 6 лет, и до уже достаточно зрелых музыкантов, которые у меня достаточно давно учатся уже, уже которые поступили в консерваторию, которыми я горжусь. Вот, а вообще, хотела вас спросить, кто такой талантливый человек, и вообще, зачем мы занимаемся музыкой, как вы думаете? Такой вопрос к вам. Давайте, друзья, поактивнее. Самовыражение, саморазвитие.
Ну, конечно, конечно. Но чтобы стать талантливым, на самом деле, музыка – одно из средств, которое нам помогает стать талантливым человеком. Живопись, математика, актерское мастерство, да, философия, какой-то язык – это все средства, которые помогают нам стать талантливым человеком. А талантливый человек – это три качества. Таким, конечно, был Петр Иванович Рюбинсон и Петр Ильич Чайковский. Это кто такой? Это умный человек, прежде всего, добрый и сильный. Три составляющих. Сильный не только физически, но прежде всего по духу. Потому что мы уже говорили сегодня с бабушкой Сашей о том, что талантливым человеком так просто не становится. Захотел и стал. Нет, так не становится. Надо очень много работать. И вот это последнее качество, сила духа, оно как раз к этому относится. Если вы будете целенаправленно и много работать, то у вас все получится. А также, если будете иметь добрую душу и чистый, ясный ум, тоже все получится. И станете талантливым человеком. И вот сейчас я приглашаю открыть наш концерт Александру Павлову, один из наших композиторов. Он совсем недавно занимается, буквально, не знаю, с весны начал заниматься. Вот. Но он уже подготовил свое первое сочинение, называется оно «Кораблик». Песенка «Кораблик», да, исполнит он сам на скрипке, также и споет. Thank you.
приглашаем Данилу Швецова. Данила сейчас учится сейчас, он достаточно давно у меня занимается, один из моих любимых учеников. Вот. Он занимается в Коровой академии, учится, ну, даже неправильно говорю, в Коровом училище мальчик имени Свешникова. Академия — это потом уже. Вот. И я помню, как они пришли ко мне совсем, не знаю, пятый класс, наверное, был, совсем такие маленькие, юные, горящими глазами. Вот. И хотели заниматься композицией, хотели ничего этого делать. Да, ну, что-то хотел, помню. Ну, в общем, Данил, конечно, хорошо раскрылся. Правда, мы сделали перерыв, так как я родилась дочка. Вот. И мы не смогли заниматься. Но он тоже стал уже лауреатом многих конкурсов композиторских. И мне кажется, что у него определенный какой-то вот есть талант именно в этом направлении. Да? Хотелось бы, чтобы он вступил дальше, в общем, дальше развивался. Ну вот, Данила, много тебе типа, обидеть, что короче сказала. Сейчас он сыграет два произведения «София» и «Скерцо НД» для фортепиано. Пожалуйста. Thank you.
для две пьесы для двух скрипок. Thank you.
совершаем молитву, а не Киеву. Я хочу сказать, что у нас Мария учится в консерватории. Это моя любимая ученица, она у меня самая старшая ученица. Вот. Долгий путь мы с ней прошли. Пришла она ко мне в третьем классе. Они пришли все маленькие такие, хорошенькие, на музыкальную литературу. Я только когда начинала преподавать, 18-19 было, я думаю, очень молодая она была. Вот, и как-то они так прониклись, и вот особенно Марийка, она как-то ходила за мной, ходила, а композиции не было в колледже музыкально-театрального искусства Вишневского, не было. Вот правильно, Анастасия говорит, что не во всех есть школа композиции. И вот она какая-то Татьяна Григорьевна, можно композицией заниматься, я хочу заниматься композицией, я хочу заниматься композицией. И вот так она ходила за мной, и в итоге я вот, мы начали занятия. Там были сложности разные с классами, и все равно мы находили возможности, потом она ушла оттуда и пришла в экстернат. Но это не важно, ушла долго путь, в общем, и сейчас учится она в консерватории. Тоже у моего любимого профессора, у Ковалькова Александра Александровича, у которого я училась. Она сейчас у него учится. И вот такая преемственность получилась от учителя к ученику, от учителя к учителю. Это мне очень ценно, очень приятно. Я бы хотела, чтобы вы сейчас подумали и дали ей несколько тем на выбор, на ее выбор для импровизации. На наших занятиях мы также учим ребят импровизировать совершенно свободно на любую тему. Это может быть музыкальное, это может быть художественное, образное, это может быть картина каких-то художников, это может быть какое-то впечатление, там, утро, рассвет, море, все что угодно. То есть это может быть любые темы. И она сама выберет, что ей ближе, и симпровизирует на фортепиано, сходу, ничего не заготавливая, тут же на эту тему. Вот, вы убедитесь, что это все возможно. Импровизация в наше время, как во времена Чайковского, все музыканты, не все люди, конечно, все музыканты импровизировали. Кстати, все люди тоже были к этому склонны, потому что они музицировали, да? Вот была такая свободная импровизация, не было интернета, может быть, хорошо. А была такая вот, вообще не было совсем другого уровня. И вот люди импровизировали свободно, во времена Баха тем более. Мы это утратили, и хотелось бы, чтобы все-таки это возродилось как-то, что это совсем не сложно, это все могут музыканты делать. Пожалуйста, готовьте темы, а Мария будет выбирать. Квадрат Малевич. Можно и музыкально. Можно музыкально. Катарсис. Школьница. Что? Школьница. Значит, Чайковский. Обязательно тему Чайковского ставим. Школьница пришла в цирк, увидела квадрат Малевича и испытала катарсис. Вспомнил, подумал о Чайковском. Уже программа. Это уже программа. Давай, Саман, твое смотрение. Саман, есть Чайковский, вот нужен цирк. Пианист. А образное что-то более? Собачка идет гулять. Рассвет. Собачка идет гулять. Рассвет. Океан. Утренний лес. Чайковский на рассвете. Чайковский на рассвете. С квадратом Малевича. Не знаю, вот был хороший квадрат Малевича, рассвет был хороший, как тема. Ну что, ты тогда выбираешь? Вместе совместишь? Как ты совместишь? Свобода. Нет, ты сама Соловьевича. Малевич, какой квадрат на рассвете? Квадрат на рассвете. Давайте попробуем рассвет. Как-то, ну, может, что-то поинтереснее сделать? Что поинтереснее? Рассвет. Рассвет еще и... Как-то рассвет. Да, рассвет. Может, прогулка? Прогулка на рассвете. Прогулка на рассвете. Прогулка на рассвете раз. Ну, тебе понравилось, понравилось. Да, давай. Не знаю. Я не знаю, как это просто объяснить. Можно просто... Есть два варианта. Либо прогулка на рассвете, либо квадрат Малевича. Как лучше? Собирай два варианта тогда, небольшие. Давай, как рекес. Да, начнем с рассвета. Хорошо. Чайковский прогуливается на рассвете.
Благодаря которому
Конечно, родилась и прекрасная музыка, и поэзия, но вот она прошла 30 лет в лагерей. Она потом одна, а его расстреляли в Иркутске, пустили по Ангаре. То есть даже могил нет в Иркутске, вот так расстреляли и пустили по Ангаре. Такая трагическая история, но в то же время вот она заставляет людей испытывать какие-то определенные высокие чувства. Вертикально, как говорил Ледышевский. Вот. Что-то такое. Thank you.
вместе, и все участники концерта, и вместе, в общем, побудем на сцене. И... Спасибо.